Это мой оригинальный аквариум, предназначенный для содержания креветок.
Вот как он выполнил в реальности. Вот так выполнена крышка со светильником. Энергосберегающая лампа, отражатель, электронный блок. И вот таким образом она устанавливается сверху аквариума. Здесь отверстие для вентиляции. Крышка выполнена из пластика так называемой вагонки. И вот снова внутреннее оформление. Объем этого аквариума немногим более 7 литров.